Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Zombie Strike. Так, забираем, естественно, все наши плюшки. Так, ё-моё, 15 тыковок. А сколько нам, ребята, нужно насобирать тыковок для того, чтобы хоть что-то приобрести? Я лучше даже вам не буду показывать, потому что это звездец. Я, наверное, за весь год столько не соберу. Ладно, все, здесь мы с вами собрали. Так, смотрим, давайте зайдем в гильдию и посмотрим, ребята. Так, надо сюда заглянуть. Так, монеты гильдии, опыт гильдии, всего 30, почему так мало? Непонятно. Так, фабрика гильдии. Заказ завершен, поздравления, все дела. Давай еще получим сразу же свеженькое, как говорится, задание. Не буду я, ребята, его апать, также я буду собирать камушки, они мне пригодятся. Гемы и так далее и тому подобное. Так, в магазин тоже не пойду, в технологию зайдем. Сейчас, ребята, 359. Естественно, я буду улучшать оборону. Так, ну-ка. Все, один ап только получается, да, ребята? Офигеть, как стоит-то все дорого. Жесть, просто. Так, рейд гильдии. Давай посмотрим, у нас сколько здесь процентов. 72. Ну, естественно, ребята, я буду помогать, конечно же. Ну, естественно, попробуем по максималочке нанести. Но, опять же, очень мало будем наносить урона, потому что, ну, враг он и есть враг. Причем довольно сильный. Так, еще одну заходочку я сделаю. Так, 71%, ребята. То есть до 70 я, наверное, его догоню. То есть вы можете представить, сколько нужно будет его бомбить, чтобы уничтожить. Ох, даже... Офигеть, ребята, так и осталось 71. Обалдеть. То есть крепкий довольно-таки босс. Или я слишком слабый, скорее всего, так оно и есть. Так, ну что же. Храбрый рейд у нас открыт, я смотрю. Так, исключить героя пока не будем. Так, давай-ка глянем сюда. Да, естественно, нам нужно отправить и получить сердечки, 47 сердец. Давай теперь посмотрим здесь у нас, что в разведке. В разведке 10к душ. Так, ой, подожди-ка, кто-то есть, ребята. I'm not name skished. Игрок не может больше добавлять друзей. Жаль. Так, черный рынок нам пока не нужен. Рейд мы это сделали, ребят. Давайте посмотрим, что у нас в рюкзачке для начала. Ах, кстати, ну-ка секунду, подожди-ка. Мы, по-моему, сейчас получим с вами героя. Сейчас, секундочку, если я ничего не путаю. Ежедневный вход, где у нас ежедневный вход? Вот это, да? Какая еще карточка? Не надо мне никаких карточек Хэллоуина. Так, призы арены. Выиграть 50 очков в лиге арены. Ну, это, ребята, мне пока не светит. Призы трансформации тоже пока не светит. И призы за квесты. Пройти 4 звездочных... О, вот это вот мы можем с вами сделать. Надо как можно быстрее все это завершить. Потому что здесь будет вкусняшка. Так, ладно. По квестам, что у нас? Здесь получаем, ну, 5 сердец мы отправили с вами, естественно, получаем с вами фишку. Слушайте, я не понял, а где же тут за ежедневный-то вход? Что-то я вообще потерялся, ребят. А, вот же, бонус за вход. И, да, ребята, вот о чем я вам говорил. И, соответственно, я могу же ее проапать, ведь так? А, погоди-ка секундочку. Сейчас мы кое-что посмотрим. Это у нас кто? Это у нас... Подожди-ка, где же этот персонаж-то, ё-моё? Какая фракция-то у него? Я уже и забыл. Да ё-просте, блин. Сейчас, ребят, секунду. Вот она, да? Да, именно она. Фрида. Так, понял. Давай-ка смотреть. Трансформация. Ё-просте, вот здесь вот. Вот здесь она, да, у нас? И смотрим. Что-то я ее пока не вижу, честно говоря. Погоди-ка, я не понял. А, я не могу ее трансформировать, что ли, ребят? Да нет, вот же она вроде бы, да? Она. Она самая, но у меня не хватает вот этого персонажа, по-моему. Выберите материалы героев. А их, как мы видим, нет у меня. Вот тебе и незадачка, ребята. И даже нету 3-5-звездочных героев именно этой фракции. То есть, в ближайшее время... Мне нифигашечки не светит хорошего. Блин, обидно, ребят, печалька. Я аж прямо расстроился. Ну что ж, давайте приглашать героев. А вдруг нам повезет, а? Поехали. Подождите, ну как всегда, вечная вот эта вот прогрузка. Давай. О, неплохо, 4 звезды. Так, это фигня.
Так, и список героев уже опять полом. Да, ребята, вот это вот, кстати, большая для меня проблема. То, что мне придется кого-то уничтожать. А мне бы этого так не хотелось бы. Слушайте, ах, погоди-ка, у меня мало гемов. Мало гемов, чтобы сделать себе увеличенный инвентарь. Но зато мы можем здесь с вами завершить. Завершено. Завершено. И здесь... Так, вы точно хотите... Подожди, а почему я... А в чем проблема? Конечно, хочу, давай. Еще спрашивает, главное, точно хотите его завершить? Нет. Так, просто смотреть пришел. Обновляем, ребята. Вот, отличненько. Здесь уже на 4 звезды. Также и здесь на 4 звезды. Ага. Поехали, обновочку еще сделаем, ребята. Так, что, облом? Облом, ребята. Поехали дальше. Опять, по-моему, облом. Да, игрулька что-то встает в позу и не хочет меня никак, ребят, порадовать. В чем проблема-то? Ага, а вот и удача наконец-то. Давай автозаполнение, все отлично у нас здесь. Так. И вот здесь вот, конечно же, ребята. Обновляем. О, пятизвездочное задание, это хорошо, ребята. Так, ну что, два последних задания, давайте обновим сейчас. Так, не то, к сожалению. О, четырехзвездочный, хорошо. И последнее, ребята, задание давайте обновим. Попробуем до четырех, как минимум, его прогнать. Может быть, даже пятизвездочное выпадет. Хе-хе-хе, конечно. Во, останавливаемся на этом. Все, ребята, отличненько. Задания у нас пошли, как говорится, в исполнение. А мы с вами забираем все вот эти вот реварды. Знаете, в чем проблема, ребята? У меня не хватает душ. Мне не хватает душ, чтобы я мог прокачать себе персонажей. У меня также не хватает денег. Сделать одно базовое приглашение. Естественно, я сделаю это. Ай, какое я сделаю, ребят. Вот, вот она, вот проблема-то в чем. Где... Погоди-ка секунду. Сколько мне нужно гемов? 500. Давай увеличим, фиксим. На 5 всего лишь, да, по-моему, будет увеличено у нас. Да, на 5. Этого мало, конечно же. Ну, а что поделаешь. У нас, как говорится, выбор невелик. От нас мало что здесь зависит. Естественно, ребята, мне хотелось бы сделать трансформацию героев, но... Я знаю, что, по-моему, со светом шутить — это бесполезно. И с тьмой. То есть, чтобы их пропать, это просто нереально. Нужно количество этих карт. Нифига, а что-то я таких не помню. Ого, ого. Вот это да, вот это. Вот это опупеть. Эллисон. Это что-то новенькое, ребята. Хе, прикольно, да, кукла? А это кто такой? Ёпросто, нифига ты. Мертвяк? Да, ты мертвяк. Да я даже сказал, мне дух какой-то мертвеца. Индейец, что ли, видимо. Так, а это кто такой еще? Ох, ну этих я знаю, ребят, кто это такие. Это у нас трансформация... Ух, ты орешь-то как. Трансформация вот этих вот ребят. Слушайте, а если нам посмотреть... Сейчас, секунду, ребят, кого... У меня столько карт, и я никого не могу, блин, прапать. Что за фигня? Я не понимаю. Надо от кого-то избавляться. Кто-то здесь у нас лишний, ребята. И очень много занимает места. Ага. Вот этот вот чудик. Интересно, а он... Я, кажется, знаю, кто это, ребят. Для того, чтобы его прокачать, мне нужно вот таких вот аж две штуки. А у меня только он один. Пока еще один, да, ребята? А чтобы сделать его таким, что мне для этого понадобится, а? Кто мне скажет? Это он или нет? Слушайте, я не знаю, ребята, он или нет. В кого-то он должен трансформироваться, ведь так? Или вот этот вот? Нет, это не он, явно. Ха-ха. Зашибись. Блин, да я даже не знаю, ребят. Как вот мне сделать вот... Где мне взять, точнее, вот еще одного вот этого клопыша, малыша? Хрен его поймешь, он мне случайно чисто выпал сразу пятизвездочным на, на рулетке, по-моему, или еще где-то. Да, давайте мы с вами сделаем, знаете что, удалим некоторые персонажи, которые вот здесь вот. Так, двухзвездочных нету, давайте трехзвездочных посмотрим. Вот этого, вот в принципе их можно удалять, но они мне нужны, ребята, на... заданиях, связанных с этим. С этими, блин, с пабом, короче. Там же постоянно нам приходится героев все время выставлять в таверне.
Поэтому я не могу удалить их, к сожалению, всех. Ну что же, теперь давайте будем приглашать героев смотреть. Поехали. Теперь не бесплатно. Ну, естественно, не бесплатно. Поехали. Ерунда. Опять ересь какая-то, ребята. Ай-яй-яй, они специально делают. Они все делают, ребят, специально. О, 4-звездочный выпал. 3 звезды. Опять 3, да что ж такое-то, а? Ну где удача-то, ё-моё. Только что избавился от него, он опять мне выпадает. Хоть бы 4-звездочный. Что это? Это что такое, ребят? Ох, да, ребята. Ха-ха-ха, удача улыбнулась мне. И мы с вами получаем Джорджа. Ух, все-таки есть в мире справедливость, ребятушки? Есть. Конечно, конечно, красавец, ты у меня пойдешь. Так, ну а мы с вами... Ах, и представляете, он выпал мне на последнем. На последнем, ребята, герой, который мог... то есть полностью у меня все забито. Я очень доволен. Но это еще не все, мы, естественно, сейчас с вами продолжим. Продолжим. Ой, искать, искать героев. Так, я думаю, что вот от этих точно можно уже избавляться. Погоди-ка, погоди-ка, я сейчас всех удалю, а погоди, нет, так дело не пойдет. Так, мы сделаем с вами аккуратненько все, очень аккуратненько. Нам нельзя ни в коем случае удалять всех, потому что мы с вами, значит, так попадем. О чем потом очень сильно пожалеем. Так, аккуратно, аккуратно, все вроде бы. Давайте вот этих вот исключать. И с вами продолжаем искать. Так, где у нас пригласить героя? Так, еще 17 кружечек осталось. Это 17 потенциальных, ребята, попыток на приобретение 5-звездочного героя. Хотя я сомневаюсь, после такой удачи, чтобы еще дали бы, это будет что-то нечто. Но мне кажется, нет, не получится у нас. Да что ж такое-то, а? Так, список героев полон, все, я понял. Ребят, ладно, давайте мы тогда сейчас с вами исключим пару героев. Я думаю, что это будет... Это будет у нас вот этот вот и вот этот, да. И нам надо с вами что сделать? Нам нужно с вами обычный базовый приз, в конце концов, сделать. Чтобы задание выполнить. Хе-хе-хе, 1 звезда, блин. Чучмек. Ой, 1-звездочный. Это вообще никчемная шалупень. Да, конечно же, будем их исключать, ребята. Ну что, мы с вами 2 задания выполнили. Давайте забирать. А, 1 даже. Получить награду за выживание. Ну, это, естественно, ребята, это в первую очередь. Ага, шикарно. Забираем наш жетончик. Так, крутить рулетку. Поехали. Ой, как хочу, я хочу, ребята. Много чего хочу, да мало получу. Вот что я вам скажу. Ну, блин, 100 тысяч. Поехали дальше. Ого, мне сколько жетончиков-то накопилось. С чего это вдруг? Все вокруг да около, ребята. Ну, давай, улыбнись, ну, фортуна. Ну, улыбнись, ну, пожалуйста. Да ёб простоты, опять 100 тысяч, ладно, крутим еще. До 10, ребята, оставим 10 жетон. Ну, ботинки, ладно, хорошо, ботинки. Лучше бы, конечно, колечко бы мне выпало. Я был более признателен. И, так, 40к душ. Поехали дальше. Это последняя попытка, ребят, у нас. Нет, предпоследняя. Все, теперь последняя. 10 жетончиков, как я и говорил, мы оставим с вами. О, достижение получил какое-то. Хорошо, заберем. И, ес, ребят. Блин, вот это вот фортуна, ребят. Вот, блин, опять же, на последней попытке. Я только что собирался закруглиться. Есть, четенько все. Ребята, за сегодняшнюю игру 2 5-звездочных героя. Это небывалая редкость для этой игры. По крайней мере, для меня, ребята. Фух, вот это круто. Вот это повезло мне, ребят. Так, ну что, давайте заберем с вами достижение. Блин, может быть, такая удача в честь Хэллоуина. Ого, сколько? А, это, фу, 2000 очков, ребята, ёпростей. Я аж пужанулся, думал, 2000 этих жетончиков нам для рулетки, блин. Так, ну что же, давайте-ка, так, секунду. Посмотрим в рюкзак, заглянем обязательно. И да, будем призывать, это у нас Кейтлин. Конечно, я буду приглашать ее. Ё-моё, о чем тут?
разговор. И... Так, секунду. Ну, давай попробуем фикснем. Она нам тоже здесь пригодится. Погоди-ка, а где... А, этот у нас уже автоматом сразу пригласился? Или я что-то путаю? Секунду, ребят. Давайте посмотрим по героям. Вот этот вот фракция, да, у нас. Погоди-ка, он у нас, по-моему, за нежить идет. Да, вот он. Вот он. Он у нас, я так понимаю, да, уже? Да, также у меня, ребята, еще вот есть вот эта вот кукла. Тоже пятизвездочный герой. Альфа, как вы видите, ее звать. Ёк-каламане. Офигеть. Так, ну и все. В принципе, больше пока не... Хотя у меня, видите, вот, еще три. Может быть, мы сможем ее прапать на 6 звезд. Но это все потом. Ты-то кто у нас? Давай посмотрим, что у тебя тут вообще. Наносит 130 атаки. Урон двум случайным врагам. Заставляет их кровоточить. И продолжит наносить 25% атаки в течение 3 раундов. Если цель герой атаки, то наносит дополнительно 30%. То есть, не понял, если... Так, если цель герой атаки... Если цель герой атаки... А, все, понял. Атакующему герою он наносит еще 30 дополнительного урона. Офигеть. Ну ты монстр. Хорошо, а давай посмотрим, кто вот это у нас такая. Наносит 70 атаки, слабенько. А кто-то вообще у меня? А, ты контроль, понял. Тоже заставляет кровоточить и продолжает наносить 10% атаки каждый раунд в течение 3 раундов. Но согласитесь, ребята, да, что вот этот вот Джордж, он круче. А, он убийца, потому что, вот что. Также у нас, смотрите, базовая атака имеет 100% шанс заставить цель кровоточить. У него все накровоточилось, ребят. А, также, смотрите, пробитие брони на 11% на 4 раунда. Так, увеличивает атаку на 20%, да, пробитие брони на 20% и дополнительный урон на 40%. Но это той цели, которая кровоточит. То есть неплохо. И когда враг погибает, исцеляет себя на 80% атаки здоровья. О, да он еще и вот так может. Ё, просто вот это круто. Но не забываем, ребята, что это тоже у нас убийца. Это где-то в задних рядах у нас будет стоять чувак. То есть будет получать нехилый дамаг. Естественно, от магов всяких там. Так, и мы с вами посмотреть должны вот эту барышню, конечно же. Кто ты? Ох, тоже убийца. Ё-моё, с таким автоматиком. Довольно прикольно. Ай-яй-яй, ребята, знаете, что мне не нравится в ней? Нет, я, конечно, доволен, что пятизвездочный герой, но я не доволен тем, что у нее очень мало скиллов. Посмотрим, наносит 100% атаки, урон двум случайным врагам задней линии. А вот это хорошо. Заставляет их тоже кровоточить и наносить урон каждые 2 раунда. Также у нас базовая атака имеет 50% шанс заставить цель кровоточить. Продолжительность 50% атаки, урон каждый раунд. Короче, понятно. Ну и видите, да, увеличивает 20, да что ты, 25 изворотливости и атаку тоже на 25%. Ну, знаете, вот те убийцы, по-моему, лучше даже, чем эта Кейтлин у нас. Но, тем не менее, фракция-то у нее какая там, как она называется, я уже не помню. В общем, вот такая вот, а те у нас идут к фракции нежити. Хм. Но вот этого однозначно Джорджа надо клепать, ребят. Нужно его прокачивать. Так, хорошо, едем с вами дальше. Что у нас там по, по достижениям, по квестам? Победить в 2 рейдах. Да, нужно обязательно сделать рейд. Так, давайте-ка посмотрим. Да, пропускаем, конечно же, все это. Поехали дальше. Особо деньгами здесь меня, ребят, не жалуют. Так же, как и душами. Так, давай-ка здесь посмотрим. Да я жду. Ну, как я вам и говорил, ребята, ничего сверхъестественного. И давайте уже за карточки поборемся. Так, 20 карточек. И, точнее, осколков. И еще 20. Хреново, вот что я вам скажу. Так, дальше смотрим, ребята. Замираем. Так, выковать 3 снасти. 3 снасти участвуют. Угу. Так, это все. Давай-ка посмотрим, ребят. Получим с вами уровень. Погоди-ка. Или нет? Нет, не получили. А в добыче нам что-нибудь достанется хорошее? Ну, нормуль. Так, этого хламона я не смог победить, да, по-моему, в прошлый раз. Это у нас босс. А давай проверим. Нет, не сейчас. Попозже маленько, ребят.
Немножечко будет это у нас попозже. Так, выкуем три снасти. Так, давай-ка вот здесь вот мы с вами сделаем три. Вот так вот. Замечательно, я могу еще курточку сделать. Давай сделаем. Ух ты, я могу такую даже сделать. Давай сделаем. Эй. Так, это у нас как бы легендарный типа, да? На одну звезду. Отлично, это хорошо. У нас 4 ляма бабла. Сейчас мы будем, наверное, кого-то с вами прапывать. Так, 3 битвы на арене надо еще сделать. Давайте сделаем по-быстренькому с вами. Оп. Так, ну все, естественно, с пропуском. Ой-ой-ой-ой-ой, я почему? Почему? Ха. Нифига себе, ребята. Ну вот, хотя пошла победа уже. Так, 20 тысяч получаем с вами голды. Так, какой нафиг обновить? Почему ты просишь... Так, посрани героя. Что за фигня, ребят? Что, закончились герои, что ли? Или не успевает просто прогрузиться? Так, 3500 душ. Ну, я их называю душами, ребят. Здесь они немножко по-другому называются, но... По старой памяти, как выдал героев. Все равно, в принципе, суть одна и та же. Так, 5 гемов. Все, хорош на этом. Забираем реворд. 2 билета на арену и... Получить 5 наград. То есть осталось 3 раза всего лишь. Ладно, хорошо. Так, по заданиям мы, в принципе, с вами все сделали. Так, что у нас? Давай-ка мы сюда заглянем. Ну, давай, не томи меня. Показывай мне. Ах, откроется через, блин, 44 часа. Офигеть, ребята. Значит, в откатах все. Так, ну что, давай посмотрим по героям. Кого мне нужно сейчас прапать в первую очередь? Я думаю, что будем, наверное, вот этого вот солдафона с вами... добивать. Ну что опять? Сообщение за сообщением, ё-моё. Так. Давай не будем вот этого сейчас делать. Мне сейчас это не нужно и ни к чему. Развивать. А стоит ли вообще его качать, да, ребята? Да ладно, стоит. Фиг с ним. Давай развитие делать. Можно было бы, конечно, новых персонажей качать уже, но их с самого начала очень... Выберите снаряжение. Зачем мне выбирать? Ты мне давай авто... Во! Автоэкипировка. То, что нужно. Так, до соточки мы можем его якобы прокачать. Но, как всегда, с душами у нас большущая, ребята, проблема. Большущая просто. Так. Или же вот этого прокачивать, я не знаю. Но это у нас, ребята, оборона. Это у нас танкуля. Тоже пятизвездочный. Жадный зак его увеличать. Давай-ка автоэкипировку. И сделаем вот сюда тоже автоэкипировку. Ага, шикарненько. Кто, интересно, лучше, убийцу? Слушайте, а мне, кстати, вот этого убийцу нужно менять уже давным-давно, мне кажется, да? Потому что он уже, по-моему, как бы все, сдулся. Он, во-первых, слабее, мне кажется, потому что у него всего 3 скилла. И, например, было бы неплохо, если бы я, например, поставил бы Джорджа. Почему-то мне кажется, что он выгоднее и лучше. Давайте мы проапаем, сколько сможем. Так, 30 уровень он получает. Развитие делаем. Так, хорошо, поехали дальше. Вот. Уже души, ребята, пошли тратиться. Ай, не хватит. Да, чуть-чуть не хватило. Но, тем не менее, ребята, мы будем его потихонечку проапывать. Я думаю, оно того стоит. Так, улучшить атака. Давай улучшим, наверное, да? У нас есть, у нас пока хватает всего этого. Ну. Так, на здоровье. Давай еще будем улучшать, ребята. 150 атаки, это хорошо, но надо еще, ребята. О, 210 атаки и... Что там? И еще 4% к атаке. Даже не хватает. Ладно, ребят, я это вот так вот оставлю. И 200 нет. Пока не будем ничего делать. Да у нас и не хватает камней, ребят, для этого. Так, оставляем все пока как есть. Джорджа, короче, мы дальше с вами продолжим прокачивать, проапывать. Если, ребята, кто знает, пускай мне напишет, что лучше все-таки в обороне ставить жадного зака прокачивать. Или же нам все-таки Джорджа дальше качать как убийцу. И, как говорится, замену нашему нынешнему убийце, которого у меня стоит. Это, я уже забыл, как его, блокпост. Вот. Так, ну, а мы с вами двигаемся дальше. Черный рынок. Здесь нам, по-моему, с вами делать нечего. Обновить. Ну да, душ нету, ребята. Нету и все. Так, здесь у нас можно что-нибудь? Дали нам кристалл? Нет, кристаллов у нас с вами тоже нету.
по квестам все понятно. Давай попробуем, ребят, с вами пройти еще мы. А, у нас же храбрый рейд. Ёлки-палки, что я сижу? Давайте, конечно, отправляться сюда. Так, погоди, ты что-то тут не в тему стоишь у нас? Так, поехали. Убийца. Так, так, так. И вот так. Да. По-моему, так, ребята. Поехали. Вот этот чувачок тоже неплохо. Дия. Так, ну, здесь, ребята, мы должны все хорошо и отлично пройти. По-моему, громковато. Вам не кажется, нет? Может быть, нет, просто так кажется. В наушниках, по крайней мере, орет очень сильно. Так, ладно. Ну, первая волна легко проходит. Я где-то на волне 10-11, ребята, начинаю сдуваться потихонечку. Сейчас посмотрим, как у нас здесь дело пойдет. Так. Ну, здесь тоже будет побед за нами. Я уже сразу вижу, ребят, потому как идет разбор. Так, давай, завалим. Готовы. Поехали дальше. Так, подожди секунду. 20 тысяч. Кстати, надо посмотреть кое-что, ребят. Сколько у нас с вами гемов? 5610. Жесть, да, какая-то, ребят? Посмотрите, сколько нужно. 55 тысяч. 40 тысяч. 45, 40. Это ж сколько мне надо копить? Да, в разы дольше, чем выдал героев, по-моему, ребят. Хотя фиг его знает, я здесь до конца не доходил. Сколько здесь за конечный уровень дает, пока без понятия. Ну давай, 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 наказывай всех. Вот так, хорошо. Погнали дальше. Так, 8 гемчиков получили с вами. И двигаемся сюда. Испытание, да-да-да. Поехали, здесь посмотрим, как у нас все произойдет. Хотел, ребята, себе как-то тут монахиню пропасть. Думал, но не хватает, как всегда, каких-то карт. И причем эти карты как специально мне не выпадают. Ну, не карты, а сколько. Ну, давай, шаман буду. Вот так, на кумалине. Так, да блин, да чего вы мне даете деньги? Дайте мне вот эти вот гэшечек. Мне они нужны. Деньги и все это пока не интересуют. Если бы вы души хотя бы давали, тогда да. А так... Ересь. Блин, вот этот палач у нас тут, бутчер. Оп, ну хорош, давай его валить. Бум. Ну здесь он варк. Я вообще, ребята, так вот понял, что герои, у которых есть 5 скиллов, они намного лучше, чем у которых есть, например, точнее, каких 5, там, 4 скилла, они, наверное, лучше, чем у которых 3. Может быть, я, конечно, не прав, если что, поправьте меня. Ну, всегда считается, что если у персонажа больше скиллов, то он, естественно, маневреннее, мобильнее и круче, и сильнее. Так, ого, что это такое? Сейчас заметил, ребят, что тут есть некоторые герои, которых я вообще не видел раньше. Так, что за блевотник? Вот это кто такой? Это, видимо, прапанные, 5-звездочные персонажи были. Естественно, я их пока не мог видеть. Так, ну, а мы с вами дальше идем. Слушайте, уже... А, нет, 7-я даже. 7-я позиция, это уже неплохо, ребята. Так, до 10-й где-то осталось 3 боя. Надеюсь, у нас тут... Вот, ненавижу вот этих. Хотелось бы самому себе получить прапана вот такого вот монстра. Потому что у них очень круто там и станете, они могут еще там что-то. Много всяких возможностей у них, но у меня пока таких нету возможностей. Даже прокачать их. Во, 15, отлично. Так, мы с вами двигаемся дальше. 8-я позиция открывается у нас. Поехали смотреть, что дальше у нас будет. Так. Здесь, кстати, я вот заметил, у меня, по крайней мере, ребят, очень тяжело дается прокачка героев. И именно не хватает вот душ. Вот баночек зеленых. Герои вроде бы есть, да, 5-звездочные, все появляется. Но прокачать на них нету возможности. И в этом вот большой минус. Если выдал героев, то есть материалы, есть души, да. Но героев нет, которых можно прокачать, то здесь вплоть да наоборот. Так, ладно, 10 гемов получили. Тоже, как говорится, не особо нужно, но нормуль. Так, поехали дальше. У нас с вами 9-я позиция, ребята. И пока вроде бы все под контролем. Единственное, что нет у меня массового хила, который мог бы здесь хилить всю мою команду. Хотя бы в конце каждого раунда. У меня вот есть шаманка, но она, по-моему, только сама себя хилит.
Так, отлично, пока хорошо. О, хорошенькие ребята, пробитие у нас здесь. И все-таки я заменю этого убийцу на Джорджа. Он как-то уже все изжил себя, можно так сказать. Я даже, кстати, не видел, вешает ли он кровотечение на врага. Нет, не вешает, но у него такой довольно неплохой массовый удар, что стоит даже призадуматься. Ну что же, девятое, ребят. Вот начиная отсюда у нас будут проблемы, скорее всего. Посмотрим, как сейчас все зайдет, не зайдет. Какие у нас здесь будут враги, какие будут соперники. Так, ну что такое? Я жду, жду. Долго ты, конечно, прогружаешь. Это меня порой, ребята, очень сильно бесит, выбешивает. Причем не только здесь, на андроиде, ребят, на мобильном. Точнее, на эмуляторе. Но и на андроиде, на мобиле то же самое. Тоже долго, вечно что-то парит, грузит, не знаю почему, может, у меня мобильник древний. Ох, смотри, какой там новый чудик. Кто это такой-то? Ё-моё. Упал, что-то быстро довольно-таки спёкся. Ой, вот и пошла, ребята, уже разборка моей компашки. Угу. Я вам и говорил, что на 10-м этапе начинается все намного сложнее. Так, ну эту шаманку мы даже с вами уничтожим. Ой, сейчас блокпост, мне кажется, упадет. Вот она, гадюка, а, отхиливается и все здесь, хоть интереснее. Нужно колоссальный урон наносить, чтобы она не успевала. Это, знаете, она мне напоминает типа нормы выдал героях, вот один в один. Так, ну что же, у нас с вами 11-я позиция. Так, испытание, и нужно нам кого-то с вами ставить. Я, наверное, ну придется вот эту вот ставить. Хотя мы сделаем немножко наоборот. Вот так вот поменяем местами. Блокпост, давай, иди сюда. В задний ряд, конечно, я его зря, наверное, вставляю, потому что сейчас ему там просто полный звездец приснится. Так, достижение какое-то получил. С чего? Ну, непонятно пока, посмотрим. Так, тихо. Не... О, молодец. Вот о чем я вам говорил, видели? Блокпоста просто снесли. Сделал в заднем ряду, и именно по нему произошла атака. Все это сделано специально, ребят. Как говорится, интеллект игры здесь сделан под что. Если у игрока мало хп, они его, соответственно, атакуют в первую очередь. Блин, вот и шаманка у меня упала. Ёпарасы, ребят. Ну ладно, эту-то мы сейчас должны победить, в принципе. Да чтоб тебя разорвало, а. Ну, есть. Соточку. Соточку гемов уже дают. Гемов. Ну, этих жетонов гэшных. А все, ребят, по-моему, я даже не знаю, кого мне здесь поставить взамен. Танкулик достойных нету. Там уже пошли ватные герои. Так что... Так, погоди-ка. А у него тоже здесь, кстати, неполная команда. Ха! Ну, давай попробуем, знаешь, как сделать. Давай поставим Джорджа, предположим. И вот этого. Нелепость, конечно, полнейшая. Но фиг его знает. Вдруг прокатит, а, ребят? Ой! Так, ладно. Ой, Джорджа быстро. Но он, ребят, он ватный, он не прокачан. Он не будет. Ой! Охереть! Да, сдулся, ребят. Ладно, берем призы. Смотрим, сколько нам чего дадут. Ну, давай, открывайся. Чего? Какая, блин, неверная. Сундук скроющ был получен. Ну, получен и где? Че с игрой, ёпрсты? Неверная операция. Какая неверная операция? О чем несет? Ну, в любом случае, ребята, они вскрыты. Вскрыты, значит, мы действительно получили. 6665. Да, это только начало пути, ребят. Другого у меня слов. Других слов нету. Так, посмотрим, что у нас за достижение такое получили мы. Вот, вот поиграешь минут, не 15, она начинает лагать, глючить. Так, пройти уровень 11 в храбром рейде. Ага, 100 гемов и 1000 этих получаем еще фишек. Отличненько. Так, что у нас дальше? Арена. Арена мне не интересует в данный момент. Так, пригласить героя тоже не могу. Давай посмотрим в компашке. Я с вами, точнее, я остановился вот здесь вот. Возможно, сейчас мы сможем все-таки пройти еще маленько. Коварный, конечно, босс вот этот. Но посмотрим. Поехали. Битва. Так, что у нас здесь? В принципе, должно все хорошо получиться. Поехали. Так, тут у нас тигры, да?
ты посмотри, как они шаманку там не разбирают. Слушай, ну есть шанс небольшой, ребята, есть. Или нет? Должен быть, блин. Черт, разбирает. Оу, шаманка упала, ребята. Окей. Охереть. Охереть. Упасть и не встать. Как так? Как так быстро просто расплющили? Не знаю. Ну что, давай тогда посмотрим, что у нас в башне творится. Ой, я, кажется, вспомнил, ребята. В башне тоже не легче, потому что вот эти вот охламоны, они дамагеры у нас и просто сейчас будут пробивать. Смотрите. Слушайте, шаманку, кстати, тоже уже пора менять. Но вот на кого, пока не знаю, ребят, не знаю. Альтернативы нету просто-напросто. Так, да давайте уже положим-то их тут, ёпрски. Эти гранатометчики не достали. Встанем мне тигрицу. Встанем у меня чувак этот пулеметчик. Блин. Ой, ой, смотрите, видите, какой они наносят урон. Все, а если шаманка, ребята, падает, это означает, что сейчас будет просто разбираться один за другим мои персонажи. Это чушь полнейшая, блин. Сюда нужен танк, ребята, второй. Ну не катит у нас вот. Так, ладно, пока вроде бы. Есть маленький. Был маленький шанс, ребята. По-моему, больше его нет. Вот и все. Стоит только пробить им первый ряд, и, как видите, у меня все начинают просто разбираться, как ватные. Не знаю, с чем это связано, ребята. Вообще не знаю. Есть вариант только лишь вот этого маленького Джонни, или как его там величать-то, прокачивать вот этого Зака жадного. И ставить его на первый ряд. Так, ты у меня, по-моему, убийца, да? Нет, ты у меня контроль. Контроль. То есть она у нас... Ну, так. Даже не саппорт, ребята, контроль. Саппорт, он хотя бы может подхиливать там наших. А этот нет, к сожалению. Не может ничего делать. Так, в рулетку мы с вами крутили. Это мы с вами крутили. В арсенале мы с вами побывали. Все, что мы могли с вами сделали. В башне, как вы видите, пока борода. Так же, как и по основному сюжету борода. Единственное, что меня может спасти, это очень много, ребята, баночек на повышение героя. Только в этом случае, да, мы сможем с вами как-то продвинуться вперед. Но их у меня мало, всего лишь 11 тысяч. Это никуда не годится, просто-напросто. Так, опачки, мы можем с вами призвать. Ну-ка, давай посмотрим, кто у нас... Секунду. Секунду. Исключить героя и... Кого? Вот вечная проблема, кого исключить? Надо трехзвездочного кого-то, ребят. Давайте вот так вот сделаем. И, блин, и, ну вот так вот попробуем. Хотя можно было бы и одного героя исключить. Зачем я сразу двух-то, сгоряча. Так, и посмотрим, ребята, кто у нас выпадет сейчас. Так, подожди, опять не сюда залез. Спешка вечная, рюкзак. Так, ну, улыбнись, Фортуна. Ох ты, новый герой, Кримсон. Опачки, а вот это, видать, хороший чувачок, смотрите-ка. Так, наносит 75% атаки в задней линии, ребята. Имеет 25%... Ошеломить. Две цели. А, нет, ошеломить одну цель на два раунда. Вот оно как. Так, здесь у нас что? Увеличивает броню на 30% и здоровье на 20%. Неплохо. Так, а здесь у нас при крит уроне имеет 100% шанс чего? Шанс контратаки. При крит уроне. То есть, если по ней критует, она делает контратаку. Плюс 150% атаки урона. Хм. И когда ниже 50% здоровья, уменьшает урон на 25% на 3 раунда. Вызывается только один раз. Ну, неплохо на 3 раунда уменьшить урон на 25%. Я считаю, что это неплохая... Она кто у нас? Танк, что ли? Самозащита? Ну-ка посмотрим. Она у нас... Погоди, а кто же ты у нас? Так, секунду, ребята. Она, по крайней мере, похоже, что она как будто танк. Да ёпрасоте, блин. Рюкзак, она у меня призвана или нет? Сейчас посмотрим, ребят. Да, она у меня уже в инвентарь упала. Так, давай посмотрим тогда. Вот она. И кто же ты у меня? Оборона, да, ребята, это танк у нас. Ну, в принципе. Кстати, помните, да? Мы недавно с ней дрались. Танк. Ёлки-палки, вот у меня теперь есть
два, ну, на мой взгляд, достойных танка. Это вот, наверное, Кримсон и также вот жадный Зак. Хотя насчет жадного Зака я еще не совсем уверен. Хотя... Так, что он тут наносит урон цели базового танка и лечит союзника с самым низким здоровьем? Да это ж круто. Так, при ударе снижает удар цели на 10%, на 3 раунда, тоже неплохо. Увеличивает здоровье свое и броню на 10%, так, понятно. И когда ниже 30% здоровья, увеличивает броню на 60% на 3 раунда. Вызывается только один раз. Хм. Вот так вот, ребята, два танка, это неплохо. Плюс еще у нас здесь убийцы, блин, вот все хорошо. Ну как бы вас всех прапать, дорогие вы мои, а? Как вас прапать? В общем, на ближайшее время я себе поставил цели по увеличению мощности своих новых героев. Так что, ребятушки, будем, как говорится, смотреть. Я буду вас держать в курсе всех событий в моей игре. Так что на этом будем закругляться. Так что всем большое спасибо за просмотр и увидимся обязательно с вами в следующей серии. Всем пока, всем удачи и до новых видосиков.